Очень актуальный по нашим временам топик. Как составить систему с активными колонками? Насколько это вообще аудиофильно, звучно, удобно и работает ли это вообще, ребята? В принципе, в наши дни вариантов составить такую систему довольно много, но большинство делают это на базе профессиональных мониторов, что в принципе неправильно, потому что, вы поймите, профессиональная акустика, сделанная для студии, она предназначена для работы, а не для того, чтобы получать удовольствие от музыки. Поэтому на профессиональных колонках вы слышите все, которое есть в записи, и получаете минимумом комфорта. Вот почему у меня здесь... колонки Genelec. Да, это фирма, которая делает самые забубенные профессиональные мониторы, но это их домашняя версия, очеловеченная. Технически здесь все по классике. Двухполосная колонка с фазоинвертором в цельнолитом металлическом корпусе, двухполосное усиление, активный кроссовер по одному 90-ваттному усилителю на каждый драйвер в каждой колонке. По 80 тысяч рублей за штуку, то есть 160 за пару. Но это учтите, вместе с усилителем, со всеми делами, да, вам больше ничего не надо. Второй компонент системы, и, собственно, в чем прелесть такого сетапа, в том, что он очень простой, буквально два элемента. Второй компонент — это предусилитель, в данном случае с ЦАПом на борту, то есть, в принципе, тоже устройство два в одно. Ох, название у него, конечно. Это PS Audio Stellar Gain Cell DAC. На самом деле, это аналоговый, полностью аналоговый предусилитель, балансный, и на борту у него еще ЦАП. Причем ЦАП, обратите внимание, со входами, начиная от USB и заканчивая HDMI, то есть, в принципе, он даже с Apple TV может попробовать сделать нормальный звук. И вообще интересная штуковина, потому что стоит она где-то 120 тысяч рублей, при этом это абсолютно хай-эндная фиговина. Смотрите, как она выглядит. Сделана в Штатах. Внутри не без выпендрежа. Главная фишка здесь в том, что ребята решили зарубиться и расправиться с регулятором громкости. Ну, ведь что такое регулятор громкости? Это лишнее звено в цепи сигнала, которое, конечно же, гадит. В итоге в этом аппарате ручка громкости управляет непосредственно гейном, то есть степенью усиления выходного каскада. То есть регулятор громкости в цепи в этом аппарате вообще в принципе нет. Ну вы поняли, в общем, сетап с претензией на аудиофилию и хай-энд, да? Как это все работает? А, ну вы же увидели, конечно, да, вот эту вертушку Clear Audio Innovation, которая тут крутится и стоит на самом видном месте. На самом деле она стоит, конечно, здесь случайно. Я шел слушать конкретно цифровой тракт с активными колонками и одним единственным предусилителем. Но... впрочем, об этом попозже. Начнем все-таки с цифровой части. ЦАП здесь с поддержкой DSD 32-битный. На чипе ESS, который я, честно говоря, не люблю, потому что он въедливый и даже ядовитый. Но вот здесь этого вообще не слышно. Там, конечно, в архитектуре усилителя и класса, и какие-то там правильные аналоговые фильтры, и что-то такое, но в результате, учитывая, что это, блин, активная колонка с профессиональным студийным провинансом, никакого яда, никакого вот этого вот... нет, все прекрасно звучит. В результате система обладает в хорошем смысле этого слова абсолютно студийным качеством. То есть тут реально слышно все. А как это работает? Включаешь. В принципе, вроде бы слушаешь знакомую запись, ничего такого там, чего ты раньше не слышал, вроде бы нет. Но в какой-то момент начинаешь понимать, что вот почему-то стал обращать внимание на текст. Слышно каждое слово. Понимаешь, о чем вообще автор поет. Это что это я? Так хорошо с английским стал у меня, да? Нет, чувак. Это у тебя колонки нормальные. Чего здесь нет, это, конечно, адского баса «Привет соседям» и вот этого всего угара «Раззудись рука». Нет, это аппарат для серьезного, внимательного прослушивания. И вот тут, ребята, мы переходим к винилу. Потому что, да, конечно, это вертушка и фонокорректор «Люксман» там еще, которые вместе стоят ровно в 3 раза дороже, чем вся вот эта наша усилительная часть. Но нельзя же не проверить, как оно играет, да? Достал пластиночку, поставил, тут и сел старик. Потому что система реально может показать класс источника, даже в 3 раза более дорогого. Не буду даже болтать тут. Вот пластинка Джеффа Бека прошлого года. Когда она вышла, я ее даже вообще не заметил. А 72-летний старый гитарный упырь, значит, нашел себе 2 телок, оторв каких-то панкух английских, и записал диск с хип-хоповым грувом, с дропами, с дисторшеном, со всей, в общем, короче говоря, нереально модной угарной фигней. Я поставил пластинку на этом сетапе, сел,
и просто послушал ее по кругу, не отрываясь. И вот это, кстати говоря, тоже то, что система умеет, да? Слышно сразу, что запись современная, с характерной такой резиновостью, потому что она цифровая, но тем не менее, все идеально проработано, все слышно, глубина есть. А даже вот эта вот компрессия, которую ты слышишь, что она есть, но она не раздражает, потому что она хорошо проработана, все тут адекватно, нормально подается. Блин, прямо интересно слушать. В iTunes он так не звучал, конечно же. Значит, в итоге, система с активными колонками, одним единственным предом, со встроенным ЦАПом. Во-первых, да, это работает. Во-вторых, вот в данном конкретном случае за эти деньги и с этой аппаратуры, это уровень, ну, выше которого можно, в принципе, и не ходить. Ну и третье, самое важное, и чего я больше всего опасаюсь в таких вот конструкциях, это то, что здесь вообще нет вот этой вот студийной фигни и грязи, и гадости, и ядовитости. Реально все очень хорошо слушается, при том, что вся подробность и серьезность.